С 26 по 29 октября в казахстанском городе Шымкент пройдет международный турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти академика Мардана Сапарбаева. Примут в нем участие и кыргызстанские спортсмены, которых командирует специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва имени Радбека Санатбаева. Это Камильджан Улу Азамат, Ренат Талайбеков, Амирбек Аскарбеков, Запар Молдакулов, Абдулла Маматов, Дастан Рыспаев, Суэмбек Улу Талайбек, Мелис Айтбеков, Роман Ким и другие. Возглавляет делегацию заслуженный тренер Кыргызской Республики Фархат Ушуров. На собрании с участием спортсменов директор СДЭШОР имени Радбека Санатбаева, заслуженный мастер спорта Кыргызстана по греко-римской борьбе Каныбек Жолчубеков пожелал ребятам доброго пути и успешного выступления.